вообще лошадь. Все, что-то совсем устал. Так путь постоял бы, что-то. Чем я в сторонку отошел, и все, мы проехали, и лежит и отдыхай. Делам бежит, понятно, даже не смотрит. У меня тоже это назад. Он не видит, у них зрение плохое. Нюх, слух. Все, устал. Такой на верблюда похожий. Ах ты, батюшки. Он шариками катает, видишь? Да. Там не шарики были, там свинья. Да. Вот отойди ты в сторонку, дурень. Мелкий. Тихо. Че, пойдешь погладишь? Еще я обсекался денег. Устал. Может, так тяжело. Далеко бежал. Сейчас дверь только откроешь, лупанет. Да, пусть стоит. Сейчас не убежит ты все. Сколько будем стоять? Часа полтора. Кто кого переглядит. Что-то болеет, что ли? Чем? Что с ним бежит все? Весна. Лось. Просто лось. Река не выходит. Поехали, что у меня пленка сейчас кончится в телефоне. Ну что, лось, передавай привет. Не нравится ему лосик. Хочет в сугроб ты лезть. Ну что будем делать-то, дружище? Давай злиться. Поехали, поехали. Бригада станет, по-моему, сейчас. Мы не поедем по сугробу. Че, барикосит? Так езжай на него. И че он тебе не сделает? Смотри, буксует. Ну, по-моему, болеет. Плохо ему. Курил там, что ли, что-то? Езжай на него. Точно это самка, похоже, самец.
Спотыкаешься, да? Саня, дверь загнешь. Я ему меньше нравлюсь, чем носик. Ну что, устал, бедолага. Ну, поднимись в сторонку. Будь человеком, дай проехать. Да мы так же умеем. Что ты? Лось это, Саня? Можешь его покормить? Чем ты его хочешь покормить? Крепкий. Он тебе, смотри, сейчас топтать начнет копытами. Ты кусок сначала дай. Вот ты нам устроил мероприятие. Эй, бычара ты бестолковой. Двое. А? Буханку кончил. С собой взял буханку. Да ты ты! Что ты за человек? Ты чё бычишь? УАЗик не видел ни разу. Отойди уже в сторонку. Нет, говорит. Отойди в сторонку. Там вот слева разъезд есть, ступай. Вот туда, слева. Так вон из... Вот туда иди. Иди. Он болеет, по-моему. Шальной какой-то взгляд. Давай, ступай. Че, хлеб ему туда унести? Он нападет, не надо. Поехали? Гося. Он на фустах, бедняга. Отошел бы чуть, там проехали бы, все, и бычит. Были бы рогаток, дал бы уж, наверное, разок точно. Че там? Смотри, нахуй. Смотри-ка, а. Уши прижимая. А все, нахуй, даже пошел. Ух ты, козел! Эй, жаба, так и дал по капоту. Че, шугать надо? Сколько мы тут с ним бодаться будем? Он сейчас опять прыгать начнет.
Пошел отсюда! Я тебе сейчас... Да ему пофиг вообще. Иди оттуда! Иди нахуй, зачем? Блин! Что-то я уже очкую, Саня. Опять это видишь. Козел сейчас Вадика сберет. Весна пришла. Сбоку поедем, под Вазик еще упадет. Топор что ли достать? Топор его топором его огреть. Пробка в лесу. Я аж фары ему включил. Знаешь, смотри-ка взгляд у него. Я сделал по капоту, дал ведь разок. Это мальчик. Кабель. Дружище, что-то ты надоел. И довольный стоит. Ну да, просто гуги без передышки. Сберет нам его сейчас. Козлина. Это шоу какое. Специально не придумаешь, не смогли до РСМа доехать. Лось не пустил. Ты мне сдаёт ни за что. Блин, а? Ты думаешь, сигарет дать ему? Ну, козёл. Пошли давай дальше. Там может развилка будет. Не получится у тебя с УАЗиком бодаться. Ближайшая развилка Колина только. Так он еще на РСТМ повернет. Что ж ты, а? Не хочет в сугроб залазить, смотри, козлина. Хоть бампер, бампер силовой, да кенгурин, да толкнуть его, может быть. Понял бы, кто сильнее, ушел бы. Вот как сядем сейчас. Двигайся, двигайся. Да вот там, блин, это сломает. Вон, спокойно, в лесочек, там классно. Вот тропа ведь, давай, ступай. Чего у нас не фаер? Пойти еще. Сок им кинуть. Водички напоить. Дай бычком попробую выкинуть. Он не курит? Бычком-то попал я в него, а как его, чем еще шугать-то? Только заводится. Ты
Жаба. Мы не вызываем тебя на бой. Там, вон еще один УАЗик едет. Сейчас уйдет уже от двух машин. Давай, беги куда-нибудь уже. Ага, давай в сторону леса смотрим. Ну-ка, шугани его, может быть. С той стороны, если давят, так может уйдет уже в лес. Отпусти лучше, пусть работает. Давай, давай, решайся. Ты что, ты двери открываешь, не боится нисколько? Вот сюда иди. А сегодня не твой день. Сегодня день УАЗика. Попробуй, может быть, когда близко будет, на него пойти. Так он залазит на капот, грудь поднимает, видишь? Да, на манет козел, если уже не... Уже оставил след там. Уже не помял. Оставил он там след в пиздке. Знаешь, и бампер там не сняли. Номер снимет точно. Ой, я сука, мне съехать. Он сейчас сам еще изуродуется. Не хочет в лес и все животное. Так, тех увидел. Ну-ка, попробуй, давай его отсюда сейчас. А, чтобы они подъехали, наверное. Обычится, не нравится ему наш УАЗик. Сзади кто-то еще едет. Он еще делает козлина. Козлина, блядь. Стой, стой, далеко не отъезжай. Смотри, кабан, он это, в эту сторону лезет на тебя. Кто давит? Ну, может... Пошел.